Добрый день, коллеги. Сегодня хочу вам показать первые созревшие фиги на израильском сорте Шаль Туфет. Мне проще называть его Шаль на русский манер. И вот, как мы видим, такая вот неплохая урожайность. Это у нас прививка прошлого года. Вот тут у нас видно, три побега привилось, и на всех трех побегах есть фигушки. Вот такая хорошая урожайность, я считаю, неплохая для первого года плодоношения. И вот эту фигу мы сейчас рассмотрим поближе. Мое мнение, что преждевременное созревание фиг связано с продолжительными почти 3-4-дневными осадками. Потом был небольшой перерыв, и снова прилично у нас поливало здесь. То есть с ливнями. А до этого была засуха почти 3 месяца. И хотя я поливал все инжирчики, особенно те, которые были привиты в прошлом году или укоренены в этом году, вот такая сложилась ситуация. Ну, сейчас мы посмотрим на фигушку. Вот так она выглядит в разрезе. Довольно-таки аппетитная. Вот одну фигушку я сорвал заранее. И хочу вам сейчас ее показать. Ну что, сейчас сделаю дегустацию и скажу вам оценочку. Хотя специалисты рекомендуют окончательную оценку делать после 3 лет плодоношения. Но иногда сразу же в первый год фиги показывают свои лучшие качества. Ну что ж, дегустируем. Ну что могу сказать? На черочку с минусом это именно фига потянула. Думаю, вот те фиги, которые висят на кустике, у них будет вкус получше, наберут больше сахаров. И если не будет открываться глазок, то это будет большим преимуществом этого сорта. При той урожайности, которую он сейчас в данный момент показывает. Лист небольшой, трехлопастной в основном. Где-то до 20 сантиметров в длину. Это считается лист небольшой. Ну что ж, я думаю, ознакомил вас с этим интересным новым для меня сортом. Будем вести дальнейшее наблюдение. Спасибо за внимание.